Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Самый лучший способ кормежки вьетнамских свиней. Открою вам сейчас секрет. Их лучше всего их не кормить, а разрешить им кормиться самим. Они тогда и лучше едят, и не требуют ни к себе никакого, за собой никакого ухода. Ну, конечно, они убивают пастбище быстро. Поэтому, если земли мало, то такой путь не наш. А если земли хватает, любая трава, не надо ничего там высаживать, упарываться. Любая трава, они с удовольствием ее переберут, съедят и оставят за собой вытоптанную пустыню. А так как у нас прошли дожди и травы просто неимоверно много, мы себе можем позволить. Ничего не делая, посмотреть, как они едят. Так как они наполовину свиньи, наполовину коровы. Не, кто они? Наполовину свиньи, наполовину козы. Они едят любую траву. А что самое главное, они не такие, как белые свиньи. Эти припадочные сразу начинают рыть эти туннели. Они зачем-то думают, что все самое вкусное. Вот вы знаете, как есть басня «Свинья под дубом вековым»? Точно и с белыми свиньями такое же. Траву они всю переломают, перероют, зато будет много-много канав. А вьетнамцы вообще совершенно не роют. А, Илюха, я купил вот тут побрызгать. Этот самый. Можно зарядить, побрызгать. Он, кстати, он свинья у нас. Видите, как ее постриг? Какой-то клещ там, шустаке. Тоже, ну, траву едят постоянно. И вот такие вот проплешины появляются. Видно, что подхватило. Хотя, вот то помню, помнишь, тогда давали этого самого? Хряка давали на случку. И она с ним то посидела, и по ней пошла такая дрянь. Хряка побрызгали. Я в следующем видео запилил, как надо бороться с такими всякими паразитами. Там средство копеечное. Единственное, надо побрызгать пару раз, чтобы оно как бы нормально подействовало. Ну все, в принципе. Самый простой способ кормежки вьетнамских свиней вы теперь знаете. Если ну единственное, имейте в виду, вьетнамцы, они полюбляют ломать преграды перед собой легко. Поэтому учитывайте этот момент, твари сильные и очень упертые. Ям-то не нароют, но забор сломают в элемент. Вот так. Вот, смотрите, как чавкает. Что ты чавкаешь? Мясо. Сейчас будем загонять их. Целый день я так постесняюсь. Да-да. Да отгородить можно вот это вот тут кусок. Пусть бы лазили тут. И косить не надо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.